Эмоции в Хабаровске сегодня просто зашкаливали. Химки пропустили в самом начале, и у них все никак не получалось отыграться. Нервы уже не выдерживали, но в какой-то момент мяч улетел за ворота гостей, и вратарю Илье Лантратову показалось, что местные помощники тянут время для своей команды. Также показалось и защитнику Григолаве. За грубое высказывание Григолава получил желтую, но совсем скоро мяч снова вылетел за ворота, и Лантратов не выдержал и уже грубо толкнул мальчика, подающего мячи. Болбой упал и не смог сразу подняться, только с помощью запасных СКА Хабаровского мальчик смог встать на ноги. В результате матч так и закончился 1-0 в пользу хозяев, а вратарь Химок Лантратов извинился перед болбоем, подарил ему свою футболку и сделал общую фотографию.